И с возвращением, дорогие дамы и господа, всем уже привет от нашей пары с мистером Заком Ковбоем, а не антихайпом. У нас матч номер 4, противостояние Elements Pro Gaming и M19 LCL Open Cup, групповая стадия. Жаришка будет сейчас последующие три матча, потому что вот простые, легкие для прогнозирования игры, наверное, кроме последней, только что были. Сейчас начнутся прям интересные игры, где непонятно, что должно происходить. Это правда, это правда. Мы уже понаблюдали за гамбитами. Они, как всегда, в форме. Ага. И имеют право умереть раз 10 за карту. Ничего страшного. Подаркадить? Ну, типичный гамбит. Перед нашим вступлением карта тоже была очень интересная, потому что игрок, который мейнит Анивию, получил ее, и карта была очень близкая. Буквально вчера мы с Артикуной разговаривали, позавчера, вот на днях прям разговор мой с Артикуной, я говорю: Артикуна, я помню, вот мы с ним много раз встречались в турнирных играх, я говорю, вот я помню точно, мы тебе оставляли Артикуну, Анивию, и ты проиграл на ней. Он такой: нет. Он, короче, зашел в матч history, проверил все свои игры, вот своя игра, режим, да, то есть турнирные, за последние 3 года не нашел ни одного поражения, там какое-то одно рофл поражение было в каком-то скриме, но не суть. И он сказал: нет, я не мог проиграть. Я такой, типа, что у меня 100% винрейт в турнирных играх на Ниве. Я как бы говорю: окей, круто, круто. Я подумал, когда составлял свой тир-лист, я написал: если Артикуна получит Аниви, я готов поставить, вот просто поставить на супра, что они возьмут даже у айтир команд. То есть у Роксов, у Джастов могут взять катку. И все, я был готов поставить в этой игре, но... Ну вот ты и поставил, и Аниви было получено. Я не поставил, но как бы... Да, и... Мог прогореть. Теперь поражение запротоколировано, теперь мы об этом знаем. Ну а сейчас-то будет карта у нас прям мощная. Мощная, потому что Денчик ультиматум. Очень гордится своим составом. Очень гордится своим составом и говорит, что он очень силен. И, в принципе, нет причин ему не доверять. Я верю вообще в составы Денчика Ультиматума. Я в прошлом сезоне, пока все говорили, что Elements Pro Gaming — это там последние места, я видел в них потенциал. Не получилось, не зашло. Сейчас все будет... должно быть по-другому. Поэтому очень интересно. Я знаю Денчика Ультиматума с очень давних времен. И то, как он поднялся, то, как он стал тренером. Он сначала в Лиге Претендентов был, Кубок России, там топ-4 занял. То есть он долго-долго шел вот к этому уровню LCL. То есть стал, зарекомендовал себя как тренер, стал таким котирующимся. Показывает себя весьма неплохо, но... Я не согласен с целым рядом его решений. Я когда-то сам трояутился в Elements Pro Gaming, и я не согласен с кадровыми решениями и целым рядом, которые делает Денчик, в том числе с Анёчком. То есть Анёчек, которого заменили EPG, взяли Фора. Я считаю, что это не та замена, которая стоит того. Потому что Фор, да, хороший лесник. Я играл с Фором в команде, я играл с Анёчком в команде. Я скажу так, что Анёчек — это лесник не хуже Фора. Может быть, не лучше, но не хуже. И заменять неплохого лесника для СНГ уровня Анёчка на неплохого лесника, действительно, но как бы тоже для СНГ уровня, но который будет легионером, это, на мой взгляд, нерационально. Тем не менее, возможно, он как-то по каким-то причинам лучше вписался в коллектив, и это уже было такое, такого плана. Либо Анёчек просто себя натравил. Знаешь, мы можем соглашаться, можем не соглашаться. Мы все-таки не свою голову берем и переставляем это ее, да, в Денчику. Мы не знаем, что было в скримах, да, что было на трайлах. И у Анёчка уже был шанс, и он играл в EPG, и было время понять, стоит ли продолжать дальше работать с этим лесником. Скорее всего, и он, и команда, по крайней мере, та часть, которая осталась в команде Elements Pro Gaming, наверное, все-таки проголосовали против. И поэтому будет играть новый лесник, а мы сегодня будем и понаблюдаем, что это за лесник и с чем его едят, и насколько он лучше и не лучше старого лесника Анёчка. А вот M19, я уже зарекался, на самом деле, на своих трансляциях, но мне кажется, что это вот тот состав, который наконец-то дойдет дальше, чем просто плей-офф, первый самый матч. Ну, посмотрим. Многое покажет драфт, дорогие дамы и господа, который начинается прямо сейчас. Elements Pro Gaming против M19. И, как ты уже сказал, M19, правда, имеет хороший потенциал. Состав сильный. Мощный. Смурф, Креокс, Экко, Бластинг, Лексус. Бластинг возвращается. Лексус покинул команду Team Just, теперь будет играть на нижней линии. И Экко ушел из команды Dragon Army. Сначала из Роксов, потом из Dragon Army. Два вторых места. Теперь будет в команде M19 играть. Знаешь, вот я с Креоксом разговаривал. Креокс сказал: я очень,
очень доволен нашим составом, прям очень доволен нашим составом. А насчет Lexus он сказал, нам нужен Танчила на саппорте, да. Нам нужны Браумы, нам нужна мощь. Мощь. Да, нам нужен тот, кто не будет керить. Нам не нужен керри, да. Саппорт. Нам нужен саппорт, который будет просто помогать керри, защищать их, и впитывать. А Lexus в команде Team Jazz как раз-таки этим, дорогие друзья, и занимался тем, что он инициативу на себя не брал. И он не был заметен, и многие такие сказали, да он там ничего не делал. Ну, всего лишь там на Тамкенче сейвил своих керри, и они благодаря этому выиграли кучу игр. Это правда. Я всего лишь в плей-офф гамбиты все 5 карт отбанивали трех саппортов в первой стадии. Кто-то может сказать, ну, у него больше пула нет. А я не знаю, это как плюс, так и минус. Потому что плюс, потому что все баны уходят в саппорта. Угу. Топер, мидер, лесники, все это имбалансные чемпионы, они все открыты, можно забирать. Минус, конечно, какого-нибудь такого, знаешь, еще одного стабильного хотелось бы саппорта иметь. У него были персонажи, я больше скажу, я по информации со скримов знал, что у него есть чемпионы помимо этих трех. То есть и Пайк у него был готов, и Трэш у него был готов. У него были еще персонажи, Моргана, на которых он готов был играть, но там не пошло. Там не пошло, уже дальше Гамбит просто перевернули серию. Так что он не смог себя раскрыть, свой потенциал на других персонажах. Что касается... И не только в нем была еще проблема. Не только. Нужно отметить, потому что там и четвертая карта Камила. Катайки что отменял, да, что отмечал, точнее, сам АТР, потому что Камила самый сильный лесник, который скелится. И... Это мейн тайки, с которого он взял топ-2 во-вторых, скорее. Это во-вторых, мейн тайки, а в-третьих, он получил все, что нужно было. И барон был, и предметы были, поэтому там не только в Лексусе была проблема, это да. Естественно. Ну что, давай по банам пробежимся. К Синжао, Казикс, Лисин, 3 бана в Криоксе, дорогие друзья. Вообще, Криокс всегда отличался тем, что у него не такой большой пул чемпионов, то есть он всегда был неким образом ограничен по героям. Картус, Люцен и Атрокс баны со стороны М19. Первым пика забирает сразу же Ксиопея, один из сильнейших чемпионов прямо сейчас в Лиге Легенд. Он флекс на 3 позиции. Отвечает Ургот из Реаль. Сейчас идет Сион, как один из лучших ответов на Ургота именно среди да. танков. Наверное, лучший ответ. Как и, да, как и чемпион, которого скоро понерфят, кстати, потому что особенно до его самоумения, которое все максят. То есть время, когда ты рев мясника максил, оно да. прошли, поэтому теперь все максят Ку. Быстро вейвишь, да. Да, быстро вейвишь крипов, и демо очень много. Против Фургота работает хорошо. Да, да, поэтому скоро полегче станет против него лейнить, но пока Сион мощный. И я, кстати, вот хотел секунду назад сказать, вот Кассиопею берут на нижнюю линию, а трэшей как-то не хватает, потому что связка очень сильная. Мяс и трэш просто по миазме контролит того, кто на нее наступил, хук. Либо просто сначала хук, потом миазмы, и флеем, ультой ты просто держишь чемпиона и не выпускаешь с миазмой, и Ксиопея убивает. Появляется вот Зоя. Да. Один из, наверное, сигнатурных персонажей для Экки. Он очень много на ней играл, показывал ее. Но это пока блайнд, да. То есть они как бы потенциально против Ксиопея взяли, но Ксиопея, скорее всего, уже бот пойдет, и тут контрпик у ЕПГ будет. Они могли бы 2 бана в мид дать, но М19 пока фокусируется на стрелках. Причем Варус отбанивает, то есть они думают, что это Кассиопея, не бот. Причем они Engage таким образом выключают у Elements Pro Gaming. Чем мне не нравится Сион, это его минус, это он среди танков, наверное, худший в плане Engage. То есть, ну, мы не считаем какого-нибудь Доктора Мунду, который вообще не... У них еще 2 пика, видишь, лесник есть, то есть можно какой-то Сиджани, Зака, да. кого угодно можно добрать и... Лиссандру? И мид, да, то есть как бы еще возможно, потенциально открыт, поэтому... Это правда. Дополнить есть чем. А вот справа пока инициации-то тоже нет. Там есть паук из Реаль Зоя. Это, знаешь, как гамбиты взяли против Cloud9 и не дотерпели до слотов, чтобы вообще начинать паукой. А Ургот, ну... Еле банят. Реаль хороша против Зои. Да, да, это правда. Вот хорош ли на флате на Зои? Стоп, ой, у меня что-то растворяется в глазах. Где Акали? В банях? Подожди, а где она в бане? Нет, в банях. Опа. А где Акали? А вот флате играет на Акали? А кто играет на Кале? Смотри. Справа Смурф не играет на Кале. Он играет на Урготе. Эка не играет на Кале. Он играет на Зое. А Кале пройдет. Пока все возможно. Пока ее нет. Я удивлен. Анон Холли, скорее всего, уже точно не будет играть на Кале, потому что Сион взят. И ты его... Можно, конечно... Ну, Сион медовой, может быть? Ну, кстати, Плати да. играл мид Сион. Кстати, да. Это было бы неплохо. Против Зои, Сиона вполне себе. Бластинг. Забирает для Lexus Брауму. Браум сигнатурный пик Lexus. Кстати, забавно, вот Lexus очень долго жил в регионе под стереотипом... Жанна плеера, да? Жанна, Зайра, Леона, что угодно, но да, не Браум. Да. На самом деле, вот он у нас, когда в Джастах играл, в Just Ice, когда мы 13-1 сезон играли, он сыграл, по-моему, из 14 игр он сыграл 11 на Брауме. Или что-то вот около того. То есть он
почти каждую катку мы играли через Браума, и он прям был у него максимально комфортно. Смотри, это для Флати. Для Флати Джейс 100%, вообще железобетон, это его мейн-герой, прям основной. Ну, мы на прошлом опенкапе год назад видели, он тоже на Джейсе играл, начинал первые катки. Это да, играет Флати на Джейсе. А вот, кстати, может, ну я не знаю, а зачем? То есть это джангл, кстати, пока что. Но еще не выбрали, но это ей больше некуда идти. Мне кажется, не надо ее в джангл. Не факт. Посмотрим. Кстати, Джейс джангл более оптимальный, чем Нико. Ну, я, кстати, сейчас с Луку видел некоторых УТП чуваков, которые прям намеренно инсталоку Джейса в лес. Да-да-да. Не супер прям что-то какое-то там. Это не Сайлос лесной. Ну, это понятно. Сайлос Брок. Непонятно. То есть не Сюжани в лесу, не какой-нибудь лесин. Но так, кстати, средний. Кстати, Флати и Денчик Ультиматум очень-очень давно работали вместе в Зов Гейминг команде. Как раз Денчик тогда буквально открыл, наверное, Флати для региона. Флати тогда... Правда, после этого ушел, его там за то ли забанили, то он в Инактив ушел на какое-то время, только потом появился уже в Джастах. А до этого, да, работал с Денчиком. Кстати, ну, нужно отметить, что Ника в джангле... Во-первых, она вейв клирит вообще без проблем. У нее джангл клир быстро зачищает лес. В этом как бы проблем нет. В целом, по игре она тоже может быть полезная. Но если прям мы берем, знаешь, сверхцелостность всей игры, Ноктюрн после шестого намного сильнее. Потому что любой ганк Ника, Ноктюрн может прилететь и убить просто. Вот этот сетап напоминает мне старые сетапы Денчика Ультиматума. Ага, это мид вообще. Все-таки мид, не джангл. Старые сетапы Денчика Ультиматума из разряда мы берем 4 АП и пытаемся как-то этим выиграть, но как вин-кондишенов у нас нет. Какой вин-кондишен у ЕПГ в этом матче с таким драфтом? Я просто... Я вижу четкий вин-кондишн. Я вижу сетап, я вижу жесткий брутфорс, я вижу мощную команду, мощную композицию с танками, с сильным бэклайном. То есть все есть. Танки слева есть, там есть Сион. Там один Сион. Есть Сион трэш. То есть трэш это не фронтлайнер, это, ну, это, да. Утилитка такой, такая. Будет ловить, будет цеплять кого-нибудь. Паук есть, но мало. Ну, есть миазма контроля и плюс еще от Зои. Сидж хороший. То есть хороший сидж, есть неплохой дизенгейдж. Игра от объектов тоже неплохая. Игра от объектов, контроль объектов, контроль, ну и сидж. Это, наверное, их вин, конечно. Ну файты. Да, звучит неплохо. Звучит кайт неплохо. Бэк, ну, да. С учетом того, что сейчас драконы усилены, они хороши. Дракон-то усилен, дракон не будем забывать. Первый дракон дает больше, чем... Там, если вот горный, например, первый горный дракон... Сколько? Уже дает 16%, а последний дает 30%. То есть первый дает чуть больше половины от трех. Да, такие дела, такие дела. Вот, и поэтому это вполне себе неплохо звучит. Вполне себе неплохо, дорогие дамы и господа, но мы готовы перенестись в ущелье призывателей. Первая игра для нас сегодня за командой Хайпинг, четвертая в целом. Elements Pro Gaming против N19. Погнали. Джейс лесной, Ник. Я вот не знаю, я поиграл за последние 3 дня, потому что я сыграл игр 50-60. Я поиграл против ИСы джейсами каток 6 лесных. И какой-то суперсилы я не увидел, честно говоря. Я не увидел. Поэтому посмотрим, что нам покажет Фоур. Да, я в свое время играл тоже с джейсами. Есть один такой игрок, Макс-герой ЮВ. ОТП джейс с огромным просто каким-то триллиардом игр на джейсе, ну, в том числе и лесном. Он был неплох. Когда-то я видел Джейса лесного, даже когда он был не мета. Сейчас, в принципе, мета чуть больше благоволит Джейсу. Есть. Что некое... изменилось? Я просто не понимаю. Ну, не знаю, в целом. В джангле меньше экспы стало. И из-за этого Джейс веселее стал. Да нет. Просто в целом мета такова, что Джейсу больше опций вообще для реализации, мне кажется. Больше сквиш-таргетов. То есть. Хотя танки сейчас... Ну, я не знаю, Ник, ну, как бы справа Ургот был ферспиком, и Браум чуть позже. Но Джейс же взял... Джейс взял после Браума. Джейс взял, это не знаю. Слева после второй... Да, да, я не знаю. Ферспик был у М19 после первой стадии блокировки. Я вообще не согласен с пиком Джейса оверолл. Неважно, куда он идет. Просто я пытаюсь защитить здесь драфт ЕПГ, что, ну, Джейс именно в лес, он не так плох. Ладно, мы сейчас это понаблюдаем, но и посмотрим, в целом, что... Но в целом Джейс на карте... Я вот здесь отдаю полностью М19, как сказать, свой голос. Если бы я бы, например, кого-то поставил, я бы ставил здесь на М19. У нас не шоу голос, поэтому мы тут... Где? Мы тут просто... Гилос? Щебетаем здесь с тобой. Щебетаем, да. Потому что драфт справа посильнее, у каждого игрока свой комфортный пик.
Я, знаешь, вот, Николай, я рад, что я не игрок на нижней линии вообще. Ни саппорт и ни стрелок. Почему? Потому что вот последние полтора года, ну, меньше, да, то есть год и там, и чуточку, и месяц. Эти химердингеры, которые появляются. Это грязь. Кассиопеи сейчас, которые внезапно опять появились. Против этого играть... Ну, его супер неприятно. Прям супер неприятно. Особенно вот нужен Израиль, да? Потому что вот он сильный. Когда он заскелится, он монстр. Но играть против Кассиопеи ранней стадии, это настолько... Еще и Израиль Браум. Это настолько неинтересно. Это настолько не скиллово, потому что тебя просто харасят. И твой скилл в этом матчапе зависит от того, насколько хорошо ты затерпишь и выфармишь. Так и есть. И потом, когда ты получишь предметы, уже, естественно, будет твой скилл полностью проявляться, как ты будешь паукать, как ты будешь прокасты сдавать и так далее. Но поначалу ты просто умело должен затерпеть. Ну, Лексус в этом шарит. Лексус шарит в том, как терпеть линию и... Я помню, как Lexus, когда они... такое воспоминание, конечно, не самое приятное для Just и Lexus в целом. Когда они проиграли первый раз с Гамбитом в прошлом году, весной. И Lexus на Tahmkent, я помню, против Брента, которую карту они почти выиграли. Он сказал, что я никогда больше не буду такой матчап играть. Какой трейд жесткий тут проходит. Эко практически погиб, пытается выйти. Флати нечем уже преследовать Эку, хотя есть скачок, Флати может доиграть по Эке. У Эки скоро будет сон. Кстати, можно и погибнуть здесь, потому что воспламенение Эко подобрал. Хочет разыграть на развалить по Флати, Флати, Игнай пошел, доиграть Флати, забирает первую кровь против Эки 1-1. Флати убивает вражеского мидлейнера. Да, очень хорошо он здесь, конечно. Во-первых, он дочезил, и Эко мог бы попробовать задинаиться, и, скорее всего, у него бы это получилось. Но если бы он пытался эскейпнуть, то сверху уже Сионова закрывал. Но он попытался здесь разыграть. Ну, неплохая попытка была. Неплохая попытка была, стоило ли того или нет. Но здесь он отдал убийство, и уже прямо, смотри, сапоги зарашкал себе. Была близко, кстати, очень, какой урон очень болючая. Да. Выбил скачок из Флати, что тоже немаловажно. Ну, и себя самого тоже, да. Ну, себя самого он еще до этого выбил. Скачок. Фу, попадает. Здесь выходит Криокс на гангбот-лейн. Арчи, скорее всего, не выйдет. Никакое улучшение по нему пошло. Криокс здесь и... А сейчас Арчи... бы как бы Крио не умер. Как Арчи, бы Крио не умер? Живет. Мана нету Винсента Веги. Криокс погибает. Здесь ТП пошел от Анхоли. Не удалось М19 забрать трэша. Ну вот, это то, о чем я говорил, Ник. Во-первых, это связка на боте. Вот этот, трэш плюс Кассиопея, но очень сильная. Во-вторых... Там у Кассио не было. Я думаю, да, как? Да, но там нет, на первые косты хватило, потом это уже, да. Ай, представь себе, была бы чуть-чуть еще ману. На два клыка. То там бы вообще без шансов бы Крио умер. И вот, то, вот пришел на бот, хороший был ганг, Арчи прям сильно подцепили, но у Израиля нет дэмэджа. Нет сейчас дэмэджа. И Лексусу тоже как бы особо помочь ничем не мог. И в итоге Криокс первый ганг до шестого, он решил чизануть, попытаться бот убить. И это смерть, это очень плохо. Это очень плохо для Ноктюрна и прекрасно для команды ЕПГ пока что. Да. ЕПГ выходит вперед, но всего лишь на пару сотен золота, это вообще не важно, да, тут Кассиопею не убили и даже не пытались убить трэша, и Кассиопея подлутала килл. Это очень плохо. Вот эта смерть Криокса, это причина, почему на проигрывающей линии лесники, как правило, не приходят. И Ноктюрны не до шестого не приходят еще, нужно тоже отметить. Помимо проигрывающей линии еще на Ноктюрны не приходят. Но я удивлен, что Арчи выжил, потому что Арчи был прям... Арчи ошибся сильно. То есть он не ждал скачок до последнего, он получил в себя... все стаки Браума, соответственно, оглушение, там много урона пошло, и все равно не хватило урона. Ребята, потому что исцеления нет на боте у команды ЕПГ. Да. Все было в руках команды М19 в этой ситуации, но не получилось. Обездвижение тем временем идет по Эке. Больно сейчас будет. Сейчас болючий каст. Флати потерял очень много здоровья, но в ответку тоже, да. Но здесь у Эка выигрышная ситуация, у него ман побольше, и у него есть фласка, которую он уже пьет, а Флати без. Флати просто сапог. Это жадно, мне кажется. Не надо было сапог покупать, нет? Может быть, стоило какой-нибудь Негатрон, книжку, фляжку, пинг? Мне кажется, это было бы, это, знаешь, это звучало бы больше как про-гейм. А это вот как, ближе как Сулуку Флати, для того, чтобы линию не проиграть, скорее всего. Просто, знаешь, чтобы жестче напрягать и доджить вот эти звезды, тихие часы и так далее. Ну, Флати вообще в целом достаточно Сулуку плейстайл имеет, и Сулуку майндсет. Что не так плохо, кстати? Неплохо. Вопрос, что как это будет для команды смотреться.
в рамках турнира всего. Так что это нам еще предстоит увидеть и понять. Пока преимущество на стороне Elements Pro Gaming. Хорошие очень два убийства сделаны были. Как раз именно на соло-скилле Флати переиграл Эко. Эко считается многими аналитиками одним из лучших мидлейнеров, а то и лучшим мидлейнером в регионе. Может быть, не считая Киру, да? Кира все-таки пока... Ну, Кира, мне кажется, по максимально спортивному доказал, да, что он лучший, потому что, ну, два гранд-финала. Два гранд-финала — это два самых важных матча в году было, угу, где Эко должен был показать, что он лучше, чем Кира. Да, но он не показал, поэтому. В регулярной стадии, да, Кира был слабее, чем Эко дважды. Угу. И не потому, что даже выиграли Драгонарми Киру, а потому что он один на один умирал вообще много. И Эко керрил прям. Угу. Видно было, что вот если бы Эко так сильно не надавил на мид, они бы проиграли. В гранд-финале, к сожалению, такого не было. Поэтому Кира, ну, объективно сильнее. Можно думать что угодно. Эко топ-2. С этим тоже поспорить нельзя. Потому что... Да, можно поспорить. Почему? Не знаю, есть Номанс, который тоже чудо. Номанс как бы ничего не показал против Эки, опять же. Они играли против Драгонарми и 4 карты. Одна игра Физ, это все, что вот можно, ну, вспомнить. С другой стороны, да, тоже можно. Можно. Номанс забыл целый год. В связке с Креуксом, в связке со Смурфом. Один вообще титан, уже не знаю. Ой, тут, кстати, перекидывает он Холли, по нему разыгрывает сильный ультимейт, он нажимает Креокса, не подставил, потому что тот отлично нажал щиток, и это минус он Холли. На верхней линии его забирает без проблем. На миде Эко принимает. Я не знаю, вот знаешь, на топе, конечно, ты подхайпил, как ты, знаешь, мастерски, Николай, подхайпил. Как... Так. Вот, но это по Сиону ультимейт. Это паранойя по Сиону, это не по Кассиопе, не по... Но с другой стороны, а какая разница, когда ты можешь взять вышку на топе? Вот какая, смотри, какая разница? Твой топер настакал пачку, твой топер готов вместе с пачкой просто разрушать тавер, ты сдаешь ультимейт, получаешь для себя убийство, получаешь для себя тавер. В чем? Это минус... What's the problem? Но это минус ЕПГ в том, что так никто не сместился, то есть... Конечно. Смотри, Флати и Фоур убили мидера. И почему они после этого пошли там синий баф забирать, они пришли на топ, и они бы потеряли только две пласти на топе, а так 4. И почти вышка упала. Все. Да. Могли сместиться смело на топ. Вот смело на топ. Но это еще ошибка на Холли, он, конечно, подставился тоже. Ну, бывает. Но это бывает, опять же, этот ультимейт паранойя, мне кажется, что лучше нужно было Эку камбэкнуть. Потому что минус 1300. Минус 1300 мид. Неприятно, но выиграть через топ, почему нет? Но Ургот не закерит. Ургот не керит против Кассиопе и... Все. Одной Кассиопе хватает, будет Ургот рейд-боссом, будет идти вперед просто и... Я вчера с Креоксом играл дуо. Так. Происходило то же самое, тоже против Сиона. И ты был Урготом. Я был Урготом. Так. И мы проиграли Люциану одному. Подожди, а у тебя там в команде 0-9 война была? Это такое? И что? А здесь пока 0-2 мид. И... Ну, я вижу, пока 0-0 из Реаля, даже не пахнет 0-9. И Шинок из Реаль пока что. Но не 0-9. Это правда. Так что я думаю, что попроще будет выиграть здесь эту катку. Посмотрим, пока посмотрим. Вашей Солоку прекрасный. Я, конечно, понимаю, что Солоку — это показатель. Нет, это как бы... Не, ну, я к тому, что Ургот, каким бы он имбовым не был, но если какой-то мерзкий чемпион расфижен, особенно с нижней линии, а Кассиопе будет расфижена, потому что она просто фрифармит. Ульта Ноктюрна летит снова на верхнюю линию, пытается догрызть до конца Сиона. Здесь ультимейт почти откатился, он Холли. Смурф перекатывает Сиона, пытается его добить. И немножко осторожнее остается здесь. И взрывают он Холли второй раз подряд. И теперь уже вышка. Ну вот теперь я вообще прям 100% с тобой согласен. Потому что, ну, так подставляться уже нельзя. Ну, если тебя только что выбили скачок, там протонели вышку, вероятность 99,9%, чтобы тебе еще раз придут. Но чуть-чуть поаккуратнее. Чуть-чуть. Ну, просто капельку. Но он Холли... Вышка упадет. Вышка падает. Это минус вышка. А вот... Не, мид не успеет забрать. Mm-mm. Ну, даже не пробьют, скорее всего, пластину. Пластину! Сон проходит. Ой-ой-ой. Как же Эки сейчас не повезло. Нету ни одного мана-кристалла в закупе. И нету... Если бы была потерянная глава, это сейчас бы был минус, кстати. Но денег на нее не было, да. Денег на нее не было. Вышка пойдет на миде. Это, ну, кстати, это хороший трейд. Они по золоту вообще, кстати. Если мы так возьмем, ФБ вышки на топе для М19 и разгон Ургота. Опа, сейчас. Нет, ну бластенько. Аккуратненько сыграл, здесь нормально все. Все равно плюс. Что хочется отметить?
Да, потеряли ФБ. Но это не страшно, когда вы забираете во размен ФБ вышку на миде. Потому что вышка на миде ценится больше, чем вышка на сайд-линии. Вышка на миде вам открывает гораздо больше возможностей. Вот этот вард, который сейчас поставили ЕПГ уже в область как раз именно Т1 вышки, дает обзора больше, дает возможностей больше, открывает опции больше на карте противника работать наполовине. Поэтому у ЕПГ все отлично, я считаю. И равная голда, естественно, как ты уже отметил. И ну там плюс 2000 в фате. По вижену прекрасный контроль карт. Посмотри, какие варды хорошие стоят. Ну, не идеально, но хорошо. В общем, я к тому, что говорю. Леон живо работает, кстати, ЕПГ аналитиком. Да. Вот это значит, что с виженом проблем у ЕПГ, если и будут, то мало. И вообще Арчи уже настолько древний саппорт. Играет с первого сезона StarLadder. И даже являлся чемпионом StarLadder. То есть, по факту, чемпионом СНГ. Да. И вообще, если у вас Арчи в команде, последнее, что у вас, с чем у вас должна быть проблема, это с виженом. С обзором. Не, у команд... Не-не-не, у команды ЕПГ бывали. То есть команды с Арчи, у них бывали проблемы с виженом. Когда Гамбит Харч играл, я помню, там мы даже отмечали в каких-то играх. Не, ну не всегда все идеально в командах, где когда играет Арчи. Когда Арчи пришел в Гамбит... Ну, там не уже знаю, неважно было, там, да. Там, во-первых, ну, жесткий камбэк был от Гамбита, не знаю, там... Ну, там дело не в вижене было, там скорее дело в баф-морали и в шутколе, которого не было до прихода Арчи и появился после прихода Арчи. Не, к тому, что, знаешь, когда... Нынешний чемпион СНГ тогда терпел с Diamond Prox, который ворвался в СНГ. Ой, как много пога, подополучали. У ЕПГ серьезные проблемы, нужно отсюда выходить срочным образом. Инфернала здесь не смогут взять, пока вне позиции немножко М19. Креокс нужно искупление, кстати. Нужно прям раш искупление. Искупление имба. Сейчас все собирают. Искупление имба, и здесь очень много пога, и искупление зайдет прям идеально. For the side staple. Тихий час, Ноктюрн тем временем давит мид. Ну, М19 прям играючи сейчас отогнали, кстати. ЕПГ. То есть ЕПГ подумали, что они сейчас настолько сильны, что они могут подойти прям жадно и забрать что-то. Ну, М19 прям... Ну вот он холли, ну куда? Опасно, опасно. Ну, ну сейчас нормально. Ну, могли по нему и развернуться, ребята, из М19. Не знаю, знаешь, Ник, я смотрю на сетап М19, я не понимаю, ну, непонятно пока, зачем нужен Ноктюр. То есть у тебя дабл поук, брузня на топе, которая как бы ни туда, ни сюда. В целом мощный, естественно, но это, знаешь, там... Не Маукай какой-нибудь, который просто танкует и инициирует, и все. А как бы Ургот и не инициатор, дэмэджа имеет, танковенький, и всего по чуть-чуть, в общем. Всего по чуть-чуть. Ну, да. Возможно, ну, Сиджани какая-нибудь лучше нашла, или, не знаю, Зак. Может быть. Что-то такое, знаешь, уникальное. Надо... То есть Ноктюрн — это чисто после шестого инициация, давление на карту. Так, смотри, есть риск некий от ЕПГ, но они так столько быстро забирают дракон, что, скорее всего, будет их вопрос, только смогут ли выйти отсюда ЕПГ. Подходит М19, пытается раздать урона по Флате. Пошел огонь! Почти его забирают, выфлешивает здесь ультимейт, сжимает Флате неудачно. Играет дальше вперед М19, врывается Креокс на паранойи по Фору. Фору забирают. Выйдут остальные ЕПГ, скорее всего, размер Инфернала на одно убийство. Вопрос, не погибнет ли Нон-Холи или Винсент? Винсент Игнайт получает и, скорее всего, погибнет. Даблкил для Эки. Вот эта ошибочка была уже, за которую не простили М19. И да, Инфернала получили ЕПГ, но это минус вышка и минус 2 убийства. И Эко возвращается полностью в игру. Ну вот, как мы и говорили с тобой насчет того, что ЕПГ будут играть от объектов, они, в принципе, вот как раз-таки этим и занимаются, но нужно быстрее принимать решение. То есть забрали дракона, вышли, тогда нужно от тихого часа прожимать скачки и не жадничать, потому что скачок — это вот расходник. Им надо, знаешь, там сейвить, что-то там выжимать. Есть иногда моменты, да, где там тебя гант какой-то топил левел 2, и ты понимаешь, что у меня есть там щит, есть то-сё, ну, да. Я протанкую, а я там какой-нибудь ургот, например. И тогда, да, можно попробовать подсейвить, и то не всегда. А вот в таких моментах вы забрали дракона, вас чейзят, там Зоя с тихим часом, которая там, если попадает тихий час, все. Там дальше уже очень больно будет. Поэтому... Не проблема. Вот что я хотел отметить. У ЕПГ, окей, у ЕПГ Поук Сидж сетап, который играет от позиции. Все круто, но справа Харт Энгейдж. Вот здесь. И почему они сами не заинициировали? Ультимейт был чисто для того, чтобы щит получить, да, кстати, от Флати. А, ну да. С ульты, иначе он бы там умер. Он и так почти умер. Одна клеточка осталась. Зачем, знаешь, зачем здесь Винсент? Это, знаешь, такая типичная, там, пойти ядику закинуть. Ну, либо, как ты сказал, надо было там прям инициировать. Либо драться, да. То есть она была ульта, все было. Все кнопки были. Uh-huh. Вас чейзят, прям на вас бегут. Попробуйте развернуться, подраться. Прям лоб в лоб можно под... с такими... Есть. У всех были флеши, Ник. У всех были флеши. А Флати мог разыграть бы просто... Все могли разыграть вообще. Все могли, скорее всего, геймплан был просто общий. Да, мы забираем дракона, да. Сразу же выходим. То есть не жадничаем на объект.
Но тем веселее будет наблюдать, потому что ЕПГ мид-бот фрифармил, и 2000 было у Флати, а сейчас-то Зоя камбэкнулся, она достает всего одну палку. Не, у Зои все вообще прекрасно. Да, у Зои сейчас все back to business полностью вообще. И пока Джейс 0-1-1, как бы. Вот. Ну, он про фарм опережает Ноктюрну. Ну, фарм, да. Фарм, да. Не сильно, но тем не менее. Ну, просто хотелось бы, как бы, не знаю, Джейса, наверное, при том, что... Он играл 1-0. Потому что Креву интонул на боте. Потом просто понял, что на топе фри деньги, и решил ходить на топ. И у Джейса был и мид. Он ганкнул мид. И бот фришный можно, кстати, было, не знаю, выжимать как-то пожестче. Можно, можно. В целом хорошо. Все, обстоят дела пока неплохо. У команды EPG есть возможности еще и реабилитироваться в этой катке. Пока 2000 золотых отставания, Криокс. Ого, это куда? По Флати, по Флати. Флати полетел, хочет доиграть до конца. Флати пытается выйти, ультимейт его нажимает. Криокс влочил ульту, но при этом... Не, ну, кстати, это было без шансов вообще. Дэмэджа просто нету Криоку. То есть это не Драктар. Там даже и пока им не пахнет. Ну, странное решение, почему исполнение отдал Флати. Ну, думал, что, наверное, со сворота сейчас еще сыгранет. Но там щитом он заблочил ультимейт. Если бы, кстати, Крев, если бы зафейлил как-то щит, то это была бы... А, кстати, Крев вот сейчас может и умереть. А ну это все. Крев умер. Крев, почему здесь остался? Так, Криокс. Непонятно. Его пока не закрывает, подожди. У него еще, кстати... А, нет, он все, уже отфлешился. Поэтому здесь он все. Здесь он уже до свидания. Оставить нужно Винсенту. Вот Нонхоли нужно не стилить. Нонхоли, естественно, как истинный мужчина с верхней линии. Да. Истинный танк. Да, истинный, знаешь... Подсекьюрить надо, килец. Самый знаешь, самый важный герой, которому нужно было отдать убийство, это Кассиопея, Ника, Форна, Джейсе. Нет, это Сион или Трэш. Есть такое. Кстати, накидка солнечного пламени, которая подешевле, там, насколько, на 150 стала? На 150 рубисов, да. Поприятнее чуть-чуть. Платье, может, вышку подберет для себя? Бластинг подходит, вообще... Бластинг, скорее всего, убьет. Два предмета бластинг. Но не нужно забывать, что Ника там дэмэджа тоже много имеет. Ультимейт есть. У Флати. В целом, знаешь, вот просто Ника, она приятная. Приятная в плане геймплейности. Сейчас Герольд забирает ЕПГ. И... Скорее всего, без контеста. Нет ульты у Крева, да, это не драка, 100%. Знаешь, вот Ника, она в целом, она, у нее есть рут. Долгий. У нее есть ультимейт, который АУЕ рут, и дэмэдж и щит. Неплохо тоже. А, паук есть, и такое ускорение плюс инвист на чуть-чуть. То есть скиллсет неплохой. Проблема, что непонятно, куда ее отправлять. То есть в лесу она чувствует себя прекрасно, но против Ноктюрнов, Камил, Лисинов она не соперник. На миде тоже как-то не особо понятно. То есть сейчас вот он выиграл у Зои, но непонятно пока. Да. То ли Эко ошибся, то ли Зоя хороша, точнее Ника хороша в Зою, непонятно. Но пока... 4-4, да. Счет по золоту немножко, M19 впереди на 1500, получает для себя морского дракона. По фарму все прекрасно, бластинг 170. Пускай не идеальный фарм, но линия была сложная, и при том, что сложная. Нет, вообще линия... он в плюсе, это уже хорошо. Я как раз и хотел сказать, да, то, что линия, по идее, для него сложная, тем не менее, он в плюс 20, 1000 голды перевес над Кассиопеей, все прекрасно у бластинга. Сейчас скоро уже вторая капля будет, там 100 золота до второй капли. Угу. Вот после голема будет уже хватать. Ага, Крево сказал, моё, не трожь. Это, знаешь, типикал керри, которые идут в твой лес и забирают компы. Итак... И так нас понерфили по такой. Опыту. Йоу. Эй, йоу. Джанглеров понерфили по опыту. Ты големах моих воруешь? Без уважения совершенно. А с уважением-то можно? С уважением, да, конечно. Но без уважения нельзя. Запомните, без уважения ребята. Нельзя ни в коем случае. Если вы написали там, пожалуйста, мне вот нужно на големов, потому что... Если лесник такой, сочтет... Если лесник сочтет причину весомой... Да. То так уж и быть. Будет да. Рассмотрено. Рассмотрено, да. Играет по Нонхоли смурф. А Игнайт есть? Нет, Игнайта нет. Ну, должен... Но, кстати, нужно будет поаккуратнее с смурфу, потому что... Сейчас вообще Нонхоли мог убить. Сейчас, да. Сейчас, если ты не экзекьютнишь Сиона, то потом уже ты можешь и не уйти от Сиона. Да, ЕПГ здесь сдавливают. Занимает позицию. Все правильно делает ЕПГ. Надо захватывать мид-приор и сдвигаться, ставить вижн в лесу. Контролить просто-напросто область барона, заставлять М19 ошибаться, заставлять их выходить на территорию реки.
Хороший вижн контроль у М19 в своем лесу. То есть они играют чисто от дефенсивного вижна. Не пытаются агрессивно выходить на речку. Сейчас у них нет такой опции, их могут закетчить, разбить. Ноктюр, кстати, не особо опасный, потому что СГА. Именно для тимфайт каких-то, потому что, ну, дэмэджа не так много. Как, ну, с тем же Драктаром. Стирак Гая, поэтому, мне кажется, более компетитив решение. Для... Ну да, ну да. Но сейчас Крёкс дискуссионное решение. Ну, то есть пассиончику еще хоть поиграть? Пассиончику, и если ЕПГ будут в позиции для того, чтобы взять Бэрона... А они вот сейчас уже в позиции, кстати. Кассиопея с бэка пришла. И просто вот у ЕПГ, если вы посмотрите на сетап, Джейс... Джейс, ладно, но Кассиопея, Кассиопея и Ника... Кассиопея, Зоя... Кассиопея, Ника, да. Ника, они очень быстро разбираются с Нашором, поэтому... Опасно, опасно отправлять Крёкс на бот. Знаешь, если когда-нибудь внезапно появится Ника с какой-нибудь гинсой, и автоатакер Ник. Ну, такой, не очень неудобный автоатакер, мне кажется. Не знаю, в чем неудобность. А, кстати, у нее это прикольно. Получается, с гинсой будет каждая вторая автоатака, да, ну, с пассивкой, да. W. Да. В этом ты и прикол. Прикол. Ну да, может быть, может быть. То есть, если уже такие были вслух вот попытки, но когда вот какой-нибудь про нам покажет... Угу. Где-нибудь, знаешь, там, в Корее, Китае, Европе, где угодно. Какой-нибудь там, да, имбу, вайп, знаешь, просто... Вайпер какой-нибудь. Да, Вайпер просто... играл на Ника, да, кстати? Вроде. Не помню, кстати. Не помню. Не знаю. Я знаю, что там Тарзан играл на Эвелине. Ой, на Эвелине. Тарзан, да. Не, ну, знаешь, вот когда такое что-нибудь произойдет, все такие... Надо потестить. Сейчас ты кому-нибудь скажешь так... Ой, на что ты, знаешь, начинаешь придумывать велосипед? Ну, Кассиопея есть. Ну, какая Ника через Генсон? Ну, что это такое? Потом кто-нибудь выкатит в мире, вся, весь мир начнет играть, и, знаешь, такие, ну, таки да, это имба, надо тренить, быстрее, да, быстрее. Да, да. Идем. Я, у меня готово уже. Я у меня уже готово. Влетаю. Неделю назад. Уже влетаю. ПТ-2 игра здесь легчайше. Уничтожает Т2 вышку за счет Геральда. ТП пошел от Смурфа на... На крипа причем. Крипа на миде. Интересно. Не ударил, не удалось стукнуть Т3 вышку, отступили. Это, кстати, ну, фейл ТП. Вообще, да. Это фейл ТП, потому что команда тут и без него справлялась, но там, конечно... Не, на самом деле боялись. То есть, ну, грубо да. говоря, если бы Ургот не ТП-шился, можно было вышку потыкать. На вышку опасно, думал? Думал, что могут чем-то цапнуть его? Не знаю, возможно. Дали кол. Нажми ТП на мид. Окей. Такой. Окей. Окей, нажал. И смотри, заменил ТП на игнайт. А, ну, потому что, да, ТП в кулдауне теперь валяется. 6 минут, что прилично. Что, в принципе, не честно. По сравнению с тем, что как бы топер и так. Очень сложно участвовать в карте. Знаешь, участвовать в Лиге Легенд. Играют на самом островке там. Что-то делают. Творят какие-то непонятные дела. 4-4 по-прежнему счет. Игра очень сильно замедлилась. Прям превратилась в насколько бластинг пропал? По вижену. На полгода? Или на год? Его заменили в конце весны, правильно? И потом лето целое его не было. Да, лето не было. Так, Спайки играет, подцепил его Арчи, залетает. Ой, еще подставит Смурфа, перекидывание было. Ультимейт пошел от Флати, разбивает Смурфа, он очень мало здоровья имеет. Секундомер нажимает, врывается Крёкс, играет по Арчи, забирает Арчи. Тем не менее, Смурф минус, Эко погибает от рук на Холли. Крёкс играет, вперед по Кассиопеи, забирает Винсента Вега. Крёкс падает сам в Гардиан Эйнджел. И здесь подходит Бластинг, сможет ли он что-то изменить. Не затаймил Крот Флати, по Крёксу урон, тем не менее его заберут. И не сможет ничего сделать Бластинг. Один отходит Лексус, размен 3 в 1, нет, 3 в 2. В пользу команды Elements Pro Gaming они заберут горного дракона. Но это три без дрейка. Изреаля было. Это было без изреаля вообще. То есть Бластинг не пришел, не ТП-шнулся, поэтому плохо. Плохая странный драка. Вообще ход от М19 в целом. Зачем Эко летит, понимая, что у него нет стрелка здесь вообще? Vision Control у ЕПГ расставлен отлично. В бот-сайде все было хорошо повижено. У Зоя? 19 самих не особо. Прыг-скок? Прохарасить хотел? Да, и за это получил хук от Трэша. А, да, такое тоже бывает, но, знаешь, излишняя жадность, и вот тебе на. Здесь фор прожмет скачок, чтобы его не экзекьютнуло внезапно. Это очень плохая драка, не потому что там, ну, там в 3 в 2. Ну, всего лишь там на одного меньше, да? Ну, потерял гак Реокс. Потерял секундомер Ургот. Это супер плохо. Это супер плохо, потому что два чемпиона, которые будут участвовать во фронтлайне, из трех, да. Потеряли очень важные предметы для выигрывания времени для команды. Потому что здесь не какой-нибудь там Люциан Дрейвен, кто угодно, и не какой-нибудь Виктор Кассиопея, кто угодно из магов. Здесь покеры. Им нужно время попокать, им нужно время раскаститься, им нужно время разогнаться, знаешь, прохарасить, выждать момент, там, нанести удар только потом.
Поэтому здесь нужно, чтобы Крево мог побольше пожить. Это как раз могло бы сделать Га. Он бы пока там упал, потом полежал, там отдохнул, знаешь, там... Почилил. Ну да, там размял, зарядку сделал, например. К стенке стал ровно вот так руки. Да, поднял. Да, да, как я тебе говорю, да. Все время так играют по Смурфу. А Смурф-то что ты делаешь здесь, Смурф? Дмитрий скачок. Иванов погибает. Скачок был. Скачок был у Дмитрия, и его забрали здесь. А можно его теперь и пофортить барона? Горный дракон тот самый. Ай, тот самый. 16% урона по объектам. Забирает барона. Ребята, из ЕПГ. Какой урон хороший. Уже 8000. Очень быстро. Стремительно берут этого нашего, ребята. Здесь он попадает по Джейсу. Флати в позиции. Здесь опасный момент для команды ЕПГ. Коробка ставится трэшом. Продолжают бить барона. Разворачивается. Спинквард стоит. Не получится ничего сделать. Команде ЕПГ. Они отступают. Позицию продают. И мем 19. Все неплохо. Да, сложно здесь против дабл-покеров что-то пытаться забирать. Вот так вот. Конечно, Ургот погиб, но Израиль живой, Зоя живая. Проблема есть очень даже серьезная, чтобы что-то забрать. Большую вообще бы я, знаешь, для Винсента я бы не собирал Жоню. Секундомер, и на этом бы остановился, скорее всего. Банша нужна. И Зоя страшная. Израиль, конечно, тоже страшный, но Зоя помощнее, мне кажется. На ком Баншу? На Кассиопее? На Кассиопее, да. Ну, с другой стороны, Жоня ты нажал, если вдруг тихий час попал. Ну, это разочек. Пока что. Нажал, переждал. Пока разочек, потом надо... Ну, не знаю, ну ладно. Тут уже Винсент шарит. Винсент не... Смурф вообще... Скачок есть. Странно зашел. Он сразу не скачнулся. Там миазма полегла. А потом миазму уже закинули. Ой-ой-ой. Ой, да. Обидно. Бывает. Ой, ну Израиль все, Израиль готов мочить. Угу. Три предмета с половиной, и уже Сераф начинается. Ну, сложно назвать вампирку половиной. Скорее, одна, ну, да, четвертая, думаю. Может быть, пятая даже. Мабет. Это, но знаешь... проблем. Ай, Креукс! А вот это раш барона. Поймали Креукса, да как так? И у Смурфа нету ТП. Он будет пешком идти. Прозывает призрак, чтобы быстрее, да. Угу. Нет, вот этот Vision Control и такие ловушки, это прям хорошо. Красиво работает ЕПГ. Стратегия прекрасная у ЕПГ, работают дальше от позиции. Пятка остается, подходит, подтягивает Лексуса, коробка ставится, хотят пустошащим ударом подкинуть. Здесь врывается Флати, оглушает двоих, ни одного только оглушил, отступает дальше по Нашору играть. Зоя пытается выжать, Зоя застелила Нашора! Эка забирает Нашорчика, ну что ж такое? Что ж такое здесь? Молодцы, М19 и... Возможно, не, никого не заберут, тем не менее. Эка, красавец, состилил прекраснейшим образом. А вот ЕПГ... ЕПГ не ЕПГ смогли. Только что не выиграли игру. Только что, да. И этот барон, с этим бароном мы просто идем X5 на мид. Просто X5 на мид. Миазму за Т2, Т2 упала. Сетап ЕПГ, вот то, о чем как раз мы говорили в самом начале игры, то, что обсуждалось, сейчас. Я отмечал по поводу того, вот как это произошло, сейчас увидим. Сколько там? 1000? Сейчас. ХП? О, ну это... Ну там смайт. Подожди, а где? У фор не за смайт, то есть 1000 демажа там влетело? 800 где-то влетело. What the hell? Может быть там поднял где-то смайт? Да. У Зои я не увидел, да. Я тоже не увидел. Там может быть был смайт, а у Зои? Не, ну Эка умеет такое, что такими делами. Сейчас еще раз посмотрим. Еще... А, был смайт! А, был смайт! Смайт был Эвеки, ну все, был смайт. Но Эка Сарюга, конечно. Да, Эка босс. Кто-то фор где-то смайтанул. О, да-да-да, все, я увидел. Где-то он смайтанул фор кого-то, а это был, скорее всего, Ноктюрн, которого они цепанули. Он его смайтанул. Но, и тем самым подарил Эке смайт. Вы представляете, сколько вот, знаете, вот таких вот крупиц? Крупиц? Вроде бы здесь убили Джандра, все. Горный дракон есть, Кассиопея есть. Невозможно как-то украсть. Лови звезда, не снимет столько дэмэджа. Но ты смайтанул Ноктюрна. И да. Зоя. Так, тем временем искупление идет, хотят по Эке доиграть. Так это левел 4. А, да господи, эти повторы, камон. Николай. Я просто уже такой смотрю, думаю. Знаете, почему Николай ошибся? Потому что он старый пес уже просто. Уже просто старый. Да, уже чисто старый просто. Не то что за год, молодой волчонок. Молодой песик просто. А показывает нам, да, здесь, как вначале. Я уже смотрю, понимаешь, я сразу, я вижу драку, думаю, нас перенесли срочно, надо посмотреть, показать там драку, которая на миде вдруг завязалась. А это, оказывается, повтор. Камон. Кемпели, он холли.
Но Холли сам 100% прям. Я вот с Ником соглашусь, он сказал, что там подставился. 100% подставился на Холли, потому что первый ганг был такой прям легенький через скачок. Mm-hmm. То есть можно подреагировать. А второй был вообще супер жадностью. И здесь тоже супер жадность от М19. Вот, от ЕПГ. Просто нажмите один скачок, два, три. Какая разница? Ну ладно, и вот здесь на Кассиопе не надо разворачиваться вообще. Потому что вот этот разворот... Это странно было, да, от Винсента. Вообще, в целом, убеги, просто все, уйди. Пошел немножко ядику закинуть в No Vision против Зои Зряли. Так, а вот теперь мы в лайве. А вот теперь Барон и Зряль Зоя. Я вот что хотел... М19 сейчас выиграет, мне кажется. Вот прям сейчас... С этим Бароном должны. Если не выкинут, то должны. Что хотел отметить по поводу ЕПГ. У них сетап такой, что если они впереди, все изи-катка. Если они позади, то все сложно, все трудно. Морские потому... драконы прокат М19, кстати. Хотя, конечно, опции для реабилитации, опции на камбэк тут есть у ЕПГ. Но у М19 и зеркальная ситуация. Получается, если ЕПГ впереди, если они взяли на шоры и начинают осаждать, то здесь раскрывается их стап по полной. Потому что стоит Сион впереди, сзади полк-чемпион — это Джейс. Есть трэш депот сейва, есть Кассиопея, кто кидает миазму зонит. То есть весь сетап, он построен именно на том, чтобы осаждать базу противника и забирать объекты. Просто отгонять врагов. Так, ну две-то два упали. Есть дизенгейт, что самое важное для этого сетапа. То есть тут в преимуществе понятно, как играть. Вопрос, как играть в отставании. ЕПГ отдают одну вышку за другой и правильно делают, что не могут контестить вообще никак. Нужно Т3. Еще Ника не было, она топ отпушивала. Да. В флате только сейчас подошел. Ой, здесь Т3. Винсент, кабинет у него оторвался просто. Угу. Играет М19 вперед. Но не весело, не весело против Зряли Зоидис. Пол хп у вышки, как быстро падает башня, отдадут, скорее всего, Т3. А может, на сторону вряд ли. Сторону должны удержать. ЕПГ. Ну, посмотрим, посмотрим. Там где-то чанки. Да должны. Эко. Сон по копии в флате. Но он Холли отпушивает бот, старается держать вышку как можно сильнее. 4 на 4. Ну, вот надо перестать Мурфу Сиона бить и да, это минус ангиб. Минус ангиб. Что, драка будет? Вряд ли. Нет, это слишком опасно. Отдать одну сторону, мид не ингиб, все, no problem. Меньше базы, больше фарма. ЕПГ нужно чуть подзажаться. Сейчас может момент. Умереть, флэш, кстати. Флэш отдает, попадает по Арчи. Эка, но не добивает его чуть из искупления. Пластик ошибся. Он поздно ультанул, то есть в тихий час нужно было сразу ультить. Да, здесь Ноктюрна, паранойя дает. Вратовается команда М19. Ультимейт пошел от Винсента. Хотят поиграть по первой цели. Забирает Лексу, подкидывание по пластику. Пошло с опустошающего удара. Выходит сюда. ЕПГ будут ли драться. Ситуация 5 на 4. Врывается на Холли, замедляет Смурфа. Немножко не в той позиции. Плохой таргет. Так, не там, где он должен быть сейчас. И фор. Ну, в хорошей позиции. Все в порядке у ЕПГ. Могут даже не драться здесь. 4 на 5. Все еще опасно. Пытается ворваться на Холли. Потерял уже пол хп. М19 продолжает надавливать, несмотря на то, что они в меньшинстве. Барона уже нет. ЕПГ могут ли подловить М19? Скорее всего, нет. М19 выходит с базы противника. Ну, это да, это, конечно, очень плохо. Здесь потеряли мид, потеряли вышку еще на боте. Это, по сути, у нас 4 вышки. 4 вышки у М19, для М19 и еще ингивитор один на центральной линии. Очень много денег, уже плюс 2400, кстати, Зряль. А Зоя минус 2, минус все 2 так и сохраняется. Угу. Все так и сохраняется для Зои. Но она свою функцию выполняет, она прохорашивает очень сильно и заставляет бэкаться. Общее преимущество 3000 у М19. По золоту. Понятно, что это не критично, но вармок появляется у Ургота. 3 слота, 4 слота Ургот. Уже считай фуловый, если... Да, кстати, вот Винсент сейчас не в самой сильной позиции, потому что вот нету посоха бездны. Угу. И Рабадона нет. Я не знаю, релай на самом деле. Релай? Нужен релай? Я не согласен. Я тоже не согласен. Ты Рабадон миссаешь. Угу. Ты Войтстаф отдаляешь. То есть теперь нужен Войтстаф, и Рабадона не будет. Долго, очень долго. Потому что вы уже, ну... Возможно, если бы барона забрали, релай как такой, знаешь, быстро получаешь, ну, как бы нормально, даже много. Приятен релай у Длимина для Кассиопеи тем, что очень долго он висит. То есть в целом релай был понерфлен, но именно на таких героев, как Кассиопея Рамбл, например, он смотрится очень хорошо. Ну, я считаю, у МХП, то есть такая поплотнее против Ноктюрна, но барона мы потеряли. Просто поэтому теперь нужно дэмэдж. Так, бластинг. Ну, кстати, бластинг налутал сейчас много. Да. За него, кстати. Посмотри, 0-0-1 бластинг, но 700 рубисов на ну да, фармит.
никаких проблем. Занимают позиции команда Elements Pro Gaming. 40 секунд до появления барона на шор. По-прежнему нет ингибитора на миде. Это значит, что постоянно приоритет будут получать М19. Нужно ЕПГ держать в первую очередь Vision Control в районе реки и не позволять подходить близко. И наказывать, а ультимейт пошел от Онхоли. Хотя здесь наказать ребят из М19 не получается. Да флэш здесь реально. Let's go, просто на все деньги. У Израиля не было прыжка, можно флешиться и вбивать из него еще и флеш. Так, опа, еще. Удар проходится. Шок-бласт через обсерверс. Израиль только что перепрыгнул через стенку. Флешишься за ним, кастуешь кул, выбиваешь из него флеш. Вижен не могут почистить ребята из ЕПГ. То есть вардов, вон сколько. Сколько вардов у команды М19 стоит на реке. Не могут ничего это почистить. ЕПГ обе. Лупа Оракла в кулдаун. Нет, одна лупа Оракла есть у Трэша. Нужно срочно заклеить Vision, если вы получаете приоритет в миде. Опустошающий удар пошел. Ой, сейчас так повезло Бластингу еще чуть-чуть. Пришлось бы кушак жать. Кушак не очень хочется до драки прожимать. Вообще ни разу. Река. Ой, ну, тут, ну, Бластинг, кстати, он платится тем, что он вот прополкивает очень сильно. Да, там дракон сейчас появится. Это а, тут барон, старший. Тут барон. И там кто-то бэкнул, там сейчас бэкнутся ребята. Нонхоли на базе, есть ТП. Ошибается. Нужно остальным быстрее бежать. А Нонхоли, можно телепорт нажать? Нет ТП, не на что. Нет варда. Да, нужно ставить Vision. Пошло ульта от Криокса. Паранойя здесь. Пытается захукать кого-то Арчи, ни по кому не попадает. Отходит сейчас ребята за 19. Ульта. Опасный момент. Ульта от Нонхоли. Он бежит сюда на всех парах. Пытается подцепить Криокса. Не подбрасывает его. Щиток был отличный от Крио. Там попадание идет по Флати. Флати пытается подсейвить. По нему куча урона пошло. Флати сейчас заберут шатдаун в пользу Израиля. Продолжает преследование теперь М19, уже на коне. Пытается сыграть по Нонхоли. Выходит еле-еле ПГ, смогут ли здесь. Ультимейт был от Винсента. Пытаются уйти дальше по Сиону. Разогровка, он во сне находится. Минус Сион будет долго, конечно, проживет. Но это не поможет ему здесь один в поле. Он не воин. Минус Нонхоли. Два убийства для команды М19. И это их на шор. Да, М19 здесь... знаешь, М19 поопытнее здесь оказались. Никто из них не хотел тимфайтиться. Но Флати сдался первым. Потому что М19, у них сетап, ну тоже как бы, у них покеры. Ноктюр не может влететь, он просто умрет. Поэтому они просто завесили ульту и потом начали расходиться в разные стороны. И Криос еще хладнокровно на себя ульту Сиона принял. А Флати тилтанул и пошел до конца, пытался ультануть. И в итоге тихий час, в итоге минус пол хп, просто так ульта. И все. Вот смотрите, Флати, он просто один. Он просто один получает, ну, все косты. Лантерн не смог нажать, его очень хорошо проконтролили. Ну, тут по красоте его взяли. В фонариках-то поздновато, нет? Ну, поздновато, да. Но все равно. Не знаю, ЕПГ грязно. Они не могут, грязно, они не могут драться так просто. Им нужно кого-то цапнуть. Целый им не надо момент. Было драться. То есть не надо, Флати не должен был идти. Все, он мог спокойно отойти. И все, и вы можете... Самая главная проблема, что это, вот я только хотел сказать, что это не только барон, но и старший дракон. Старший дракон плюс барон. Для ЕПГ все очень-очень плохо. Открытые два ингиба на... Это финиш гейм то сейчас скорее всего, это... То есть М19 уже не отдадут укатку, потому что у них скейлится сетап хорошо, у ЕПГ неплохо скейлится сетап. Но Бластик не по пацанке, кстати. Но... Он купил клинок, а так. Нужно покупать штык. Кстати. Так делают все. Ну, там Сион, может быть, для того, чтобы... Так делают почти все. Почти. Так, кстати, вот Бластинг у нас почти год отсутствовал в лиге. Он брал перерыв для того, чтобы поиграть в Сулуку, потренироваться и, собственно... Ой, как фор больно. Почти погиб здесь. Врывается Нонхоли. Пытается по кому-то сыграть. Ну вот и инициация Сиона, которая не увенчалась успехом. По Нонхоли разогревовка пошла. Подкидывание. Долго его бьют. Арчи еле-еле выжил. Антенна себя спасает за счет щитка. Эка пойдет вперед играть по Винсенту. Винсент может умереть. А где Ноктюр? Ой, как мало здоровья осталось у Винсента. Ноктюр работает по верхней линии. Идут по боту еще добавок М19. 1-3-1 разыгрывают. Здесь нужно регенить ХП ребятам из ЕПГ. Митинги уже упал. Ботлейн ингибитор тоже под серьезной угрозой. Т3 вышка. Единственное, остается топ. Может быть, придется драться до конца ребятам из ЕПГ. Но там старший дракон. Сколько проблем сейчас у Elements Pro Gaming. Как им защищаться против М19 такой ситуации? Но Холли хочет идти на все деньги. Замедляет ребята с М19. Бластинг под ударом. Пытается разыграть на развороте команда М19. И съедают. Но Холли ему вообще не хватило жизни здесь. Играет по фору. Ой, Флати неудачно ультанул. Ни по кому не попал. Врывается вперед. М19. Бластинг здесь стреляет. И все игроки Elements Pro Gaming. Пока что живы трое, но их уже дотянут. И это игра за М19. Здесь безо всяких проблем дожимают ребят из ЕПГ со счетом 11-11, но на 40-й минуте. Очень-очень долгая карта, но М19 побеждает. М19 красавчики, они... Их сетап был лучше исполнен.
не в плане лучше, а в плане лучше исполнено. Потому что они все понимали, что нужно делать. Никто из них не залетел вперед. Никто, все понимали, что этого делать нельзя. И поэтому как-то правильно и идеально исполняешь свой сетап. И все понимают, что нужно делать. И вот М19 исполнили. Именно поэтому они взяли две ключевые драки. Угу. Причем обе на бароне. И после чего там, ну, было без шансов. Потому что барон старший с Зоя трем чемпионом сняла под 99%. Пресс R for triple kill Криокс, но он забрал Т2 на топе. Я бы сказал так, что ЕПГ проиграли по позиционке. То есть по индивидуальному скиллу они не проседали сильно от М19. Хотя я бы сказал, что ботлайн М19 посильнее выглядит, чем у ЕПГ. Потому что у них было давление в ранней игре. Криокс отдал буквально вообще любой лейт доминанс в пользу команды ЕПГ. Не знаю, Зоя, Джейс. Я не увидел ничего в нем такого, что он должен был. Вот Джейс, М19. Джейс, Зоя из Реаль. Так. Это было бы, ну, это Суперпок. Суперпок. И на топ, не знаю, какой-нибудь Танчилу. Пожестче, чем Ургот. Прям супер Танчилу. И Браум, и плюс, условно говоря, Сион какой-нибудь. Да, это было бы более логично. Маукай. Тоже, ну, это, у вас Дизенгейдж есть? Два даже чемпиона. И три покера, например. Ну ладно. А вот слева, я не знаю, Сижани, Зак, они бы повеселее были. То есть там хотя бы можно было начать. Видно было, что хотели начать. То есть Сижани зашла, под нее Миазмы, под Зака прыжок Миазмы, плюс сверху Флати накрывает. На самом деле, вот этот стил, который только что мы видели, Эки, пожалуй, вот это выиграло игру. Это да. Это, во-первых, не дало выиграть ЕПГ, потому что с бароном они бы... Как минимум сторону одну-две собрали, потому что Миазмы закинул и вышка упала. Миазмы закинул, вышка упала. И Джейс там пропокил бы мощно. Ну, мне кажется, что эта игра от ЕПГ в целом, она будет во многом показывать, то есть всю форму ЕПГ на протяжении сплита, скорее всего. То есть мне не кажется, что ЕПГ будут намного сильнее, чем то, что они показали вот в этом матче. Что неплохое исполнение было. А вот М19 — команда, которая еще может подрасти, вот, на мой взгляд. И у них есть потенциал еще лучше себя показывать, чем было вот в этом матче. Так что возвращение посмотрим. Бластинга с победы. Да, да, с победы. Возвращение первые... Бластинга просто с победы начинается. Вот год прошел, а как играл на Израиль, так и продолжает играть на Израиль. Да, хорошая игра в М19. Реализация сетапа, позиционку выиграли полностью против ЕПГ. А здесь это было, наверное, ключевым показателем. И вообще, так сказать, позиционная война этого основополагающего в данном противостоянии. М19 молодцы. Пока что идут со счетом 1-0 в своей группе, но будем наблюдать за дальнейшими играми, друзья. Не забывайте, что у нас вот-вот скоро начнутся битвы университетов. Внизу вступайте в битву университетов. Если вы студент, собирайте своих ребят, свою банду, своих друзей, одногруппников, однокурсников и регистрируйтесь на ulol.ru.legofels.com и участвуйте в битвах университетов, которые начнутся уже. Участвуйте, побеждайте, проходите на буткемп в Москву, потом участвуйте в нашей студии в Москве. Прямо здесь, под камерами, свет, да, это все дела, знаешь, селебрити. И деньги, и поездку еще потом куда-нибудь выиграть. Это куча такого фанового контента. True. Да. В вашу жизнь, знаете, вы там все серое, все блекло, за окном дождь, слякоть, снег не убирают, сыпет песок. Какой-то, да, который цепляется вам на ботинки, разъедает вашу обувь. Вашу, в общем, да. И тут есть немножко краски в вашей жизни, битва университетов. Так что, друзья, обязательно регистрируйтесь на битву универ, на сегодня наш день еще не закончился, так что после небольшого перерыва мы вернемся с пятой игрой, никуда не переключайтесь.